Всем привет! Я в Бул-центре и я наконец-то дождалась. Обожаю снимать обзоры, никогда этого не скрывала. И смотрите, приехали орхидеи. Наконец-то у нас море орхидей, шикарная витрина. Начинаем. Хорошие цены, кстати, но это и микс невысокий, но тем не менее. Вот такая красавица есть в этом миксе. Белые, вот этих было много, я как-то приезжала с яркой губой, ставила ее на заставку. Осталась вроде бы как одна, больше не вижу. Цену показала, нет? Дальше идем. Я уже естественно побежала, все посмотрела. Куча кимоно. Вот таких квадратных горшочков давно их не было. Ну-ка, сейчас посмотрим. Прекрасная орхидея, непривередливая. Выбор огромный, просто море их. И с той стороны сейчас еще пойдем, и там они есть. Для тех, кто не гоняется за бабочками, орхидея находка, особенно для новичков, я считаю. Берите, не бойтесь. Поставьте на светлое место, поливайте и наслаждайтесь. Вот еще одна, да? Да? Привет, Олечка. Так, это все одной ценой, да. Вот еще кимоно. А вот смотрите, мутантик стоит. Желтенький бантик. Явно не было еще никого из ценителей, любителей, либо его не заметили. Так, это он, я так полагаю. По мутации лес. Одну сторону мы обошли. Пойдемте с другой стороны. Мутанта берем с собой. Сейчас я его поставлю. А сюда к котам. Смотрите. Волски. Появились дикие коты. Коты на один цветонос, да, но с ответвлениями. Цена котов. Корни поднимать, показывать не буду. Все знают, у котов с этим проблем нет. Что-то новое, новая цена. Горшочки другие. Цена тоже хорошая. 1500. Без 1 рубля. Ой, как я наслаждаюсь, вы не представляете. Мне так нравится, когда у нас в магазинах есть орхидеи. Чтобы каждый... любое время, когда ему удобно, подошел, посмотрел, повыбирал. Самое большое удовольствие, мне кажется, ходить вокруг витрины, на мой взгляд. Thank you.
Идем дальше. Сто лет не было продажи Dream Diamond. Так, я, наверное, его сделаю на заставку, поэтому сейчас мы его как-то вот так поснимаем. Dream Diamond. Вот эта комплекция, кажется, называется орхидеи, тоже давно не видела. Видите, если покупать не миксами, а как вот, допустим, здесь стоят дикие коты, цена будет совсем другая. Но в микс ставят же не только, допустим, вот Пандоры. Вот это Бухарест или Будапешт, забыла, как называется орхидея. Ну, ставят просто белые, просто фиолетовые. А мне их потом будет очень сложно продать, поэтому я не беру миксы. Моушен. Соскучились, согласитесь? Тоже одна из самых непривередливых орхидей. Моушен. Вот это карибский кто-то там. Рады забывать стали уже. По крайней мере, я название, даже то, что помнила. О, Аладдин. Ты, какая у нас губа. Это, наверное, Варшава, да? Варшаву я тоже не вожу. Так, что там еще? Давайте посмотрим. Dream Diamond. Сейчас мы посмотрим, какая у него губа. Видите, кончик прям такой неоновый. Вот это я сегодня удачно зашла. Для наслаждения. Белая, кстати, крупная. Радует. Меня прям радует, какая витрина у нас в Омске, наконец-то. А вон Притория, мы, наверное, с той стороны ее не видели. А вот тут мы вот это не увидели. Так, ну все, теперь с вами посмотрели, нет? Мама мия, как красиво. Это был центр, город Омск на Волгоградской. Я же говорила, что если есть кимоно, значит, должны быть и мутанты. Вот, я его не заметила сразу. Вообще невнимательная.